Дорогая церковь, я хотел бы обратиться к вам и помолиться вместе с вами. Когда было очень тяжело и трудно, и обнаружив свой диагноз, я вас всех просил подключиться в молитве. И такую огромную заботу, любовь, которую вы проявили ко мне, я, конечно же, никогда не видел. И сегодня хотел бы вас поблагодарить за то, что вы вот в моих трудные минуты, часы были рядом, помогали, молились, переживали. Я был удивлен перед Господом за такую великую любовь вашу ко мне. И сегодня хотел бы вас поблагодарить, и прежде очередь, конечно, Господа нашего Иисуса Христа. Несколько недель назад я проходил облучение, и после облучения надо было пройти сканирование, где это сканирование показывает, есть ли метастазы у меня по организму, и после сканирования пришли хорошие результаты, и у меня не обнаружены никакие метастазы. И я хотел бы вот сегодня склониться перед Богом, сказать в прежнюю очередь Ему благодарность за великую любовь, благодарность за то, что Господь являет чудеса в нашей жизни. Я ничем не заслужил этой великой милости ко мне, но я хотел бы, вот склоняясь перед Ним, благодаря Его за то, что Он продлевает дни жизни моей, сказать и Богу, прежде очередь, и всем вам, что хочу служить Ему, хочу быть полезным для Церкви. И поэтому сейчас хочу попросить вместе с вами вот встать, чтобы я мог помолиться, поблагодарить Бога. Отец Небесный, я благодарен Тебе прежде всего за то, что Ты Бог мой. Я благодарен Тебе за то, что Ты мой добрый пастырь, за то, что Ты, когда в жизни наступают трудные минуты, часы, когда настолько тяжело, Ты как добрый, любящий пастырь берешь на руки свои, овец своих и несешь их, когда они не могут идти. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что мои тяжелые минуты Ты никогда не оставлял меня. Благодарен Тебе за эту болезнь, которую Ты послал. Благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты тяжелые и трудные минуты послал и много братьев, сестер, которые поддержали меня в этой болезни, которые молились за меня, которые продолжают молиться. Господи, вот проходя все лечение, Господи, конечно же, я не знаю, что ждет меня впереди, но сегодня хочу сказать Тебе, что до сего места помог Господь. И сегодня я хотел бы вместе с братьями и сестрами поблагодарить Тебя за великую милость, за доброту Твою, за любовь Твою. Я хочу сегодня поблагодарить и всю церковь, каждого брата, сестру, молодежь, детей, Господи, которые возносили молитвы, Господи, за меня и со слезами просили Тебя, чтобы Ты явил великую благодать и милость. Господи, всей нашей семьей мы благодарим Тебя. Еще раз и много-много раз хотим сказать хвала Тебе и благодарность Богу нашему. Аминь. Аминь.